самый белковый гарнир. Берем луковичку, нарезаем ее. Поплакали и на сковородочку. Чуть-чуть острого чили перца. Чесночок порезали. И туда же. Консервированная фасоль. Прям вот так вот сливаем в воду. И к лучку. Посолили. Поперчили. Помешали. Видишь, шпинатик разобрал, помыл хорошенько. И сюда. Он усядет раза в 4, а то и в 5. Это прям так жалко. Ну ничего, это прям нереально вкусно. Вот так вот ужаривается шпинатик. Но вы не волнуйтесь. И шпинат, и фасоль впитывает. И сладость лука. И остроту чили перца. И чесночка. Это просто очень вкусно. Вот такая красота. Да.